интересное время стало. Да, можно все снять. Бабушка жизни радуется. А что? Он довольный такой, что его сняли. Вот они сейчас едут, вот они. Вот они, гонят, гонят. Круто.
Ну как у тебя впечатление? Нормально. Отлично, да? Ой. Да. Будем до утра ждать. Ты идешь? Один раз ехал на Маймиксе. Что я свистел. Да, тут все это бывает. Да уж ладно. Девчонка сейчас была Камешковская. Да. Тихо-тихо. Ой, все. Ничего. Здорово было, да? Было прикольно. Сейчас я... Наверное, сейчас куда-то... Мы сейчас с тобой в кафе пойдем. Я яичники сейчас буду. Ну, это ты как хотел. Через такие самосвалы точно ни одна машина не прорвется. Дорога не нас. Ну что, мы как с тобой? Куда мы вообще идем? Мы? В ту сторону. Этот пак показывает. Ну чего? Говорю, этот показывает. А никто правила толком не знает. Парни не определились, с кем они. То ли с СССР, то ли с РОА. Чего? Скучно как. Почему скучно? Не знаю, хоть и подсветка. Какая-то овечка не Ну как? А тут это, тут видишь, маленький на Порто. Я вижу, такой маленький. Что, все что ли? Я видел. Давай.
Пока я толкаем, там он большие эти, большие трубы есть. Если бы они сейчас активируют, такой бы еще пальцы. Да. Бля, ты выставишь такие? Представляю. Что-то резкость у меня сбилась. Что, тебя намочило? Ага, чуть-чуть. Побрызгало. Точно можно сказать, что побрызгало. Ну не замерзнешь, наверное. Нормально. Это мы уже так, для себя, да, снимаем. Замерзли только руки у меня, потому что они мокрые. Давай, рюкзак. Погнали, куда хотели. Куда? Куда мы хотели. А мы вроде направлялись в кафе. Я сам туда не пойду. Где-то оно 40 минут паяло. Ты думаешь это? Может, попозже чуть-чуть в кафе? Ну, не знаю. Мне так-то без разницы. Ну, я не знаю. А? Есть? Нет уж. Надо отойти назад сейчас. Во, вот так вот весь. Католической церкви сходить. А чё, вон недалеко. Сфоткаешь меня. Ты, кстати, вот ты пока снимаешь, я хожу. Если ты будешь на фотик нажимать, ты меня будешь фоткать. Я снимаю. Ты где там? Это, говорю, видос в стиле председателя СНТ, да? Вход в дом вон там, да, к примеру, старый. А двери сделаны из окон, да? Потому что так принято, так делали везде, да? Да. Вообще хорошо. А окна закопанные в землю, чтобы увидеть землю, так тоже строили везде, да? Это нормально. Это нормально. Слушай, а смотри, они их заделали. А помнишь, они были тут. Вот они, остатки. Не, я просто иду снимаю.